Итак, я в Турции, я в Стамбуле. Стамбул. Такой Стамбул, такой симпатичный водитель у меня. Ага. И он меня повез в мою гостиницу. Я не туда забрела. Хотела сэкономить, не захотела заплатить 35 евро за такси. Проехалась на метро с таким удовольствием, посмотрела вокруг. И ну сейчас за десятку сняла такси, чтобы доехать до этого своего отеля. Он должен быть вообще где-то в самом-самом центре города. Недаром я за него. Did you understand the address? Address. Okay. Are you sure? Are you sure? I mean, the address of my hotel. Tamam. Yeah. Okay. What's name of hotel? Okay, okay, okay. Он не понимает. Понимаешь? No. Итак. Кондиционера у нас нет, я у него спрашивала, он уже никак не может меня понять, кондиционер. Радио, говорит, вы хотите? Я говорю, нет, мне нужен кондиционер. Пацаны прямо... О май гад! They will not believe in America. People. Oh my god! You just touching them. Вау! Кафешечки на улице, такие приятненькие. За что я так люблю, обожаю Турцию. Кебаб. I like kebab. Yes, I like kebab. It's wonderful. Hi. Итак. Да, я уже, конечно, отвыкла от таких поездок. Но у нас в Ялте примерно то же самое тоже. Подпихивают попки машинами. Вау. Улочки я проезжала, каждая улочка вот такая узенькая, все они магазины. О, be careful. Итак, что же это за отель такой у меня будет? Должен быть 4 звезды. Магазинчики. Оп-оп. Чуть не поцеловали. Итак, что-то интересное. Транспорт, конечно, здесь. Ой-ой-ой-ой. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Я даже говорить не могу, потому что мне страшно. Я держу двумя руками за, вернее, одной рукой. Держусь за... Я даже не пристегнута. А, как они ездят! Вау, вау, и сзади нас тут припирает. По одной линии уже два ряда. О май гад! Вау! Вот так вот. Вот так вот мы ездим здесь. Не кукрынуты. Детские, ладно, хотела показать детские качельки, карусельки, ну там парк небольшой. Машинки, конечно, грязненькие, желтые такси, мамочки все в платках, в длинных платьях. Да, это не Америка, это не Америка. Ну вроде как нормальный район езжаем. Ой,
люди въехали. Джами мадам. Джами мадам? Так. What is it? Султан Селим. А, it's a grand, grand bazaar? Grand bazaar. Вау, окей. I know Grand Bazaar, I was here before. It's beautiful. Так, теперь вот я узнаю. Где-то я возле Grand Bazaar, у меня мой отельчик. Я до него чуть-чуть не доехала на метро. Думаю, дай-ка я пройдусь. И прошлась. Мадам, шешаде баше. I don't know what is шешаде баше. What is it, шешаде? Шешаде. What is it? What is it, шешаде? Шешаде. I don't understand. Шешаде баше. You can speak English, you can speak Russian. English. But I know Turkish just teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nothing more. Şehzade başı. I don't know. Hangi otel madam? Otel. Vicenza. Otel, otel. I show you. Vicenza. Like Vicenza. 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 Abi, abi, bir otel var da. Okay, okay. Görme adam hemen şimdi. Ay ay ay. It's Vicenza. Abi be, anlaşamıyoruz da. Sana zahmet. It's Vicenza. Vicenza. Şehzade başındamış. Otel Vicenza. Neredemiş? Yeah. Bilmiyorum. Oh my. Here is the address. Bak, orada adresi de var. Bezdiyeski. Adres. Here is the address. Bezdiyes. Şehzade başı burası. Şehzade başı is here. But we don't know where it is. Ben şurada başka bir abi no. Teşekkür ederim. Thank you. Şehzade başı okay. You mean Şehzade it's name of the road. Yeah? It's a street. Şehzade it's street. Dur madem. Dur. Dur. What does it mean dur? Dur. Şehzade. I don't know what it. Okay. The street is durma adam, anlatacağım şimdi bir saniye. Şehzade Bazi. Evet, burası madem, burası. F-E-F-Z Street. Hello! Can you help me to find the hotel? Town or town? Vicenza. Thank you. Abi söylesen oraya, arabayla girilmiyor, burada insin. Tamam. Burada insin. Arabayla mı? He. Gider yanına kadar. Yani sağdan şey yap. Thank you. Takıda ne останавливаю. Stop. Okay. Okay. Şurada stop. Okay. Oh my god. Oh my god. Ay. Ay. Seni. Tamam madam. Okay, stop. This is okay. But this okay. Is my okay. Вот это мой отель. Thank you very much. Okay. $10 from me.